знаходимось в лабораторії лаварного виробництва. І сьогодні я з'ясувала, що все починається тут. Саме у цій печі можна виплавити ось такий дзвоник. Зараз ми знаходимось в лабораторії лаварного виробництва. І сьогодні я з'ясувала, що все починається саме тут. У цій печі можна виплавити, наприклад, ось такий дзвоник. Идея такая, собаки, да, а тут птичка. Вот это охотничьи собаки, они нападают, птичка раз, прилетела. Подпрыгнула, а сюда ставится сама чернильница, перо и... О, сомбреро, как вы тут мяли туда? Ну, ну не мяли, это... Да, специально, да, это... Да, из цистерны тоже сделано. Вероятнее всего там или из гипса, или из чего. Ну, из гипса, наверное. А вот толщина стеночки здесь всего 3-4 мм. Это уже считается довольно сложным объем. Да, ну, профессор висел, у нее тут да, вот на стенке, на двери висел с собой. Да, он вообще никакой, ну, точнее, как никакой по острости. Да? Торт можно резать. Очень торты резать. Торты, ну я думаю, что вряд ли, потому что все-таки надо как-то его заточить. Это для открытия писем. Там куда камеры, там нормально. Там масса каждого стоит, я тогда. Я всех взвешивал. Герои народных сказок, герои советских мультиков. Вот князь Долгорукий и так далее. Князь почему получился без руки? Для того, чтобы из чугуна отлить вот такие тоненькие части, чугун искусственно портят. Значит, сюда добавляют 1% фосфора. Чугун очень хорошо течет, но он очень хрупкий. Если такая отливка падает на пол, то получается примерно вот так. Соответственно, то же самое произошло и с этим чертом. Он свалился где-то с достаточно большой высоты.